В состав Видновской дирекции киносети входит телеканал «Видное ТВ», газета «Видновские вести», инженерная служба и кинотеатр «Искра». Символично, что церемония награждения сотрудников учреждения памятными медалями состоялась в День российского кино. Виновников торжества поздравил глава муниципалитета Валерий Венцель. Со всей душой понимаете свою степень ответственности. И, вы знаете, век цифровизации, век, когда все обновляется. Сейчас уже повышенные требования к подаче информации. Я уверен, что мы все-таки перед собой эту планку, которую ставим, быть лидерами в Московской области, все-таки исполним. Среди награжденных Владимир Меньшов, который 35 лет возглавлял Видновскую дирекцию киносети. Владимир Степанович не просто основатель учреждения, он дал путевку в жизнь многим из тех, кто сейчас трудится в организации. В своем коротком выступлении он напомнил коллегам о главном принципе работы каждого сотрудника. И киномеханики, и телемеханики, и газетчики, и телевизионщики помнили и создавали положительный образ. Он нам сейчас необходим, как никогда. Если мы этого не сделаем, то мы без этого пропадем. Видновская дирекция киносети постоянно развивается. Недавно наш телеканал перешел на новую сетку и формат вещания. Меньше года назад газета «Видновские вести» сменила дизайн. Интереснее становится и внутреннее содержание. И кинотеатр «Искр» после реконструкции поменяет внешний облик. Все это делается для жителей муниципалитета. Телезрители, читатели, любители кино и мультфильмов для того, чтобы они всегда были в курсе происходящего и могли хорошо провести свое свободное время. Несчетное количество раз «Видное ТВ» выезжало на съемки вручения медалей учреждениям муниципалитета. Теперь медали добрались и до них. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».